Приветище, это Роуд 96, и мы продолжаем прохождение четвертого эпизода. Поднимаем свои булочки. Рядом с воришками спали, я думаю, что они меня не ограбили ночью. Хотя от них можно ожидать что угодно. Ладно, чешем отсюда. Ну что, какие варианты у нас есть? Пешкодрапом, вызвать такси, либо поймать автостоп. Давай, наверное, вызовем такси, и если мы встретим там того самого таксиста, то это будет огонь вообще. Позвонить домой, использовать, вызвать такси. Домой звонить не хочу, как ни в другой раз, я же все-таки плохиш. Вызвать такси, $1. Ладно, что, погнали. Алло. Чуть никто трубку не берет, прикинь, я походу... Все машины в настоящее время на вызовах, перезвоните в другой день, будьте добры. Черт, вот такси. Нифига себе ты гонишь как. Ладно, давай пешочком пройдем. В прошлый раз я это сделал, но мне не хватило сил. Автостопом мы уже пользовались кучу раз, поэтому давай пешкарусом. Погнали. Выйти и пойти вдоль дороги. Сколько мы, интересно, пройдем пешкарусом? О, неплохо. Очень неплохо. Твоишь налево, где это я? Что это за фестиваль? 2 единицы энергии потратил. Бёрнин! О, Бёрнин! Обычно Бёрнин где-нибудь, знаешь, в пустошах проводит. Соня, я вижу ее тачку. Ее таксон. А, не таксон, а лимузин. Таксон Сони. Если Соня хочет тусить, Соня тусит. Господи, третий? Послушайте, Адам просто говорит, что вам не следует туда идти. Вдруг там этот извращенец? Подожди, можно я в тачку загляну? Блин, тут никуда не пройти, никуда не уйти, потому что невидимая стенка. Можно позвонить в таксофон, но я думаю, смысла туда нет. Подожди, а вот это вот что такое? Что там все светится, горит? Поспать можно? Можно, но в другое время, когда эта тачка уедет. Поскольку идет фестиваль, мне нужно это событие пройти ночью. Окей. Сонь, привет снова. Ну, в этот раз я плохиш, так что я готов тебе угодить. Ух ты, Соня Санчес. Это VIP-вечеринка, персик. Да я понял. Так что Адаму туда нельзя. О-о-о, вот это она вас подколола. Похоже, меня не пустят. Но ты же не знаменитость. Да? Смешно. Адам? О, да. Знаменитость. Ну и умора. Ну, я пошла. Можно мне тоже? Пожалуйста. Мелочь со мной. Да, спасибо. Что? Пока, Адам. Она моя подружка. Ну же, детка. Как у нее голос сразу изменился. Спасибо, пухля, что пропускаешь. Да, да, да. Ага, приятель, Соня же сказала, надо быть знаменитостью. Адама послали. Эй, ты, посмотри там за ней. За ней психа хватится. Так, а куда Соня исчезла? А, вот она стоит. Нифига себе, прикольно тут. Чуть не упал, чуть не урылся туда вниз, когда задом шел. За Адамом смотрел. Ну что делаем, сын? Он о вас беспокоится. За вами псих охотится? Может и так, но... Нельзя вечно жить в страхе. Это мой девиз. Отличный девиз. Вы правы насчет страха. Я обычно живу в страхе. Вы как-то иначе заговорили. Почему? Потому что, так я говорю, когда в эфире, а в реалии... Говорю вот так. GNN, считая, что без акцента я кажусь умнее. Бред, как по мне. Можно еще кое о чем спросить? Валяй. Совет какой на дорожку? Чем больше у тебя денег, тем лучше. Иногда я снимаю деньги со счета, просто чтобы за них подержаться. А потом назад кладу. Деньги... Деньгами нужно делиться, не так ли? Нам надо грабить богатых. Деньги дают свободу делать, что хочешь. Нам надо грабить богатых. Давай, наверное, это скажу. Нет, давай вот это вот. Типа, или вот это вот, я запутался, что ей сказать. Грабить богатых. Неужели? А теперь ступай, оторвись. Кажется, она обиделась. Да, конечно.
Это не свидание? Очаровательно. Позже. Может, кого тут встретим? А какое сегодня число? Не-не-не, сегодня ее точно не грохнут. Сегодня не то число, которое мы узнали с бандюганами. Можно тут в игры какие-то поиграть. Сыграть хочешь? Почему бы и нет? Нет, спасибо, у меня денег маловато, так что иди в пень. Да и ладно, все равно на победителя не тянешь. Ну и пошел в пень тогда. Сыграть не хочешь? Ты снова меня спрашиваешь? Я тебя уже послал. Эй, деточка, потанцуем? Давай, давай, ух. Я тут недавно парня встречал, он так танцует, я за ним не успевал. Ты, кстати, была бы ему отличной парой. Ты так медленно танцуешь. Хорошо, а есть тут что пожевать? Взбодрить десна? Ну, там, сок какой-нибудь выпить. Че тут? Странная вечеринка, совет какой на дорожку. О, еда, ну, как бы вот, в принципе, и выпить есть, и покушать есть. Газировка, между прочим, отлично бодрит десна. Ладно, не буду я ничего брать. У меня вроде по энергии все ок. Пойду к сцене, посмотрю, что там. А может, тут что еще на столике лежит? Это кто? Полицай? Нет. Полицейский дрыхнет здесь? Серьезно? Но он похож, но вроде не при исполнении. А вы что тут делаете? Ты что здесь делаешь? Как ты вошел? Я Сони. Повезло, зарази. Туалет? О, ништяк, первый туалет моей жизни. Обычно все на улице, да на улице. Но я пока не хочу. Пойдем, значит, там у нас бар. К сцене. Бежим к сцене. А вот это что у нас здесь? Соня с кем-то болтает. Ладно. Здесь тоже какая-то игровая комната, можно порубиться. И автоматы есть. Привет! А он дрыхнет. Он дрыхнет. Сыграть в аэрохоккей. Ну давай, почему бы нет. Опа! О, сам себе забил, прикинь. Разогнался, называется. Черт. Надо потихонечку. Чертов аэрохоккей. Никогда его не понимал. Есть, 1-1. Ну и все, я, наверное, выйду отсюда. Можно я выйду? Черт, это был мой шанс забить. Да, 2-1. А до скольки играем вообще? Меня чуть не предупредили. 3-1. Значок сторонника Тирака. Кто-то на вечеринке готов на это меняться. Вон оно что. Ну ладно, может найдем кого. Значит, не зря сыграл. Можно еще сыграть в понг, но я не хочу. Не очень. В понг я уже играл. Взять монетку. $3 есть. Тут вроде бы все. Пошли. Не зря сходили. А тут выход, наверное. Прости, тут частная вечеринка. Ясно. Пойду к Соне сейчас схожу. Посмотрю, с кем она там болтает, и пройду. Да у вас под столом рычаги. Наверняка знаю. Привет. Сыграть хочешь? Подружка. Приятно встретиться. Да, ладно, сыграю. Этот раунд за счет казино. Ладно, сосредоточься на шарике. Готов? Вот. Да, вижу шарик. Поехали. Вот. Вот. Ага, я слежу мышкой, Слежу мышкой. Левый. Выигрыш твой. Видишь? Все просто. Со мной ты быстрее двигал. Еще разок, юная леди. О, и ставки тоже можно делать. Конечно, поставлю немножко. $1. Отлично. Выигрыш удваивается. Но... Ладно, давай десятку. Смело. Мне нравится. Теперь не спускай глаз со стакана. Готов? Вот. Ну, погнали. Надеюсь, он не так быстро. Ух, нифига себе. Нифига себе. Начал он очень быстро. Левый. Невероятно. 20-ку у него срубили. Ну, наверное, на этом и хватит. Еще раунд. Я с вами. Поставлю от себя немного. Слово леди закон. Заткнись. Черт, забыла кошелек в уборной. Принесешь, зайка? Да не вопрос, сейчас схожу. Конечно. Можно свистнуть у нее кошелек и свалить отсюда, прикинь. Вот это было бы огонь. В принципе, она мне уже ничего не даст. Кошелек, подожди. Фига, как она его тут забыла, она его бросила. Сколько там денег? Ох, нифига себе. Это что, таксист?
Соня, Соня, Соня. Нет, это не тот день, когда он хочет ее завалить. Это не тот день. Но он здесь. Так. Жуткий тип мне встретился. Какой тип? Как и говорила, хочу еще поставить на мелочь. Готов? Вот. Ну давай, крути свою шарманку. Право. Выигрыш твой. $30. Крутяк. Поставлю еще. Мелкать не везет, я знаю. Может, хватит? Да, еще как везет. Глянь-ка, детка, кто тут занервничал? Клоун хренов. Сейчас точно повезет. Да мы сейчас с тобой просрем все бабки. Может, пора остановиться? Остановишься, когда я скажу, понял? Готов? Вот. Черт. Твою налево! Середина. Ты выиграл? $50. Блин, да нет, в следующий раз я точно профукаю, он слишком быстро крутит. О-оу, детка-то тебя обставляет. Дай-ка еще поставлю. Да хорош. Ну, не знаю. Заткнись и играй. Готов? Вот. Блин, сосредоточились. Середина. Бум! А стаканы и шарик нам тоже дадут. $80. Да я сейчас все бабки спущу, ты чё? Невозможно. Одну минутку, я скоро вернусь. Давай, проваливай. Найди бабла и возвращайся, мы еще не закончили. Какая ты дерзкая. Насчет того типа. О боже, только не это опять. Я за вас беспокоюсь, вам угрожает опасность. Лапуля, меня не сломишь. Не стоит беспокоиться. Раньше этого чудика видеть доводилось? Лапуля, да ты куда ни плюнь, попадешь в моего преследователя. И, кстати, сам можешь оказаться одним из них. Кстати, ты меня преследуешь? Конечно же нет. Именно так преследователь бы и ответил. Вот что, принеси мне выпить из палатки. И себе принеси. Тебе надо расслабиться. Черт. Ладно, раз вы так хотите, не стоит вас оставлять одну. Зайка, я владею джиу-джитсу. Видишь эти руки? Они могут рвать людей пополам. А теперь тащи уже выпивку сейчас же. Блин, ну я сейчас... Я знаю, чем дело кончится. Он вот тут пролезет, подставит ей ствол к голове. И это капец. Что мне делать? Я просила принести выпить. Забыл уже. Все, ладно, побежал. Возьму выпивку по-быстрому. Где этот бар? Чертов бар. И прибегу к ней. Чего тебе надо, ребенок? Я мимо пробегал. Это же бар, правильно? Эй, ты же Сони, да? Да, а что? Ну, какой-то мутный тип в шляпе о ней только что говорил. Что он сказал? Не уверена. В основном он кряхтел. Но она ему не по душе, это я поняла. Странная вечеринка. Совет какой на дорожку. В смысле? Кто все эти люди? Они все сделали крупные пожертвования на компанию Тирака. Он закатил им роскошную вечеринку в преддверии выборов. Тирак? Какой же он классный парень. А я так не думаю. Выпить? Подожди, а про какой бар речь-то шла? Вроде бы тут значок, правильно же? Ладно, давай возьмем вот выпить. Можно поесть на дорожечку. Я же все-таки бабла выиграл, немереное количество. Так, ну вроде бы все. Я здесь все скупил, погнали. Она там еще сидит, смотри, ее уже нету. Ее уже нету. Она куда-то свалила, блин. Где она? Куда делась Соня? Не знаю. Думал, она с тобой. Надеюсь, с ней ничего плохого не случилось. Да капец, он сдал тому парню, таксисту ее. Потому что она его ограбила. Соня, ты где? Черт. Мне, конечно, она не очень нравилась, но что-то я переживаю за нее. Банкомат есть. Это же банкомат, ну да. Соня, блин. Давай у охранника спросим, где тут бар? Сыграть есть во что? Где тут туалет? Что за вечеринка? Мне интересно. Соня, где вы? Походу все. Я ее тут не увижу. А можно разукрасить здесь? О, разгромить, но... Давай нарисуем. Меня никто не спалил? Вроде нет. Так, ну что? Вроде бы... Ничего нигде не слышно. Давай еще в туалет заглянем на всякий пожарный.
Здесь ничего не видно? Нет. Звать ее, по-моему, бесполезно. Сейчас я все уголки тут прошарю. Главное не найти ее тело, а то будет совсем печаль. Так, так, так. Подожди. Радио терактор разгромить. Все постеры с терактом надо громить. Вроде тут нету. Ну все, давай покричим еще Соня и бежим, знаешь куда? Вон туда. Там, где тусовка. Вы видели Соню? Нет. Да блин. Че, походу надо со всеми болтать. А иначе мы ее не найдем вообще никак. Че, куда тебя понесло вообще? Соня, Соня, Соня. Ребят, вы не видели Соню? Они вообще со мной болтать не хотят. Может в дверь постучаться? Нет, не могу. Так, с охранником бестолку болтать. Здесь у нас что? Тирак. 300 листовок. Счастливая звезда. Давай возьмем счастливую звезду. Соскрести. Ты победил. 5 баксов взял. 4 потратил, 5 заработал. Ладно, давай поднимемся сюда. Поднимемся сюда. Спросим у охранника, не выходила ли она. Вы видели Соню? Поговори с водителем. А там у нас проблемки, походу. Вы видели Соню? Успокойся. В лимузине она. Фух. Но псих тоже тут, по-моему. Возможно, но сейчас не отыщем. К тому же, Соня устала. О, ладно. Спасибо за присмотр за ней. Я знаю, что она такая, Соня, но под этим все она хороша. Уверен, так и есть. Увидимся. И спасибо еще раз. Ну все, она уехала. Значит, псих придержится своего плана. Я на самом деле за Соню топлю, потому что псих пристрелил одного подростка. Это прям вообще не круто. Автостоп. Можно поехать на тачке, но ключей нет. По всей видимости, ключи я должен где-то найти. Помнишь, как вот Соня подарила мне кулон на удачу? Вот так же с ключами. Ну, давай тогда автостопом. Оу, какое музло заиграло. Итак, было 705 километров до границы, а теперь на автостопе я проехал вообще какую-то фигню. С кем я еду? Кого я встретил? Hard Knock Life. Вон она та гора. И нас подвозит кто? Какая-то девчонка. Я ее вообще не знаю. Знаете что-нибудь про сенатора Флорес? Подожди, давай посмотрим, что в тачке есть. Что же у нас в тачке? А ни шиша здесь нету. О, взять, стереть. На халяву я проиграл. Ясно. Вроде бы больше тут ничего не валяется. Денежек нету, постеров больше ничего нету. Могу выйти из машины, подождать высадки. Знаете что-нибудь про Флорес? Зачем терак построил стену? Давай это спросим. Он говорит для безопасности страны, но не знаю, стоит ли верить. От чего он спасает страну? Ну да, тоже верно. Че, все? Это весь диалог? Подождать высадки тогда. Все, мы почти добрались до границы. Вот-вот. Деревья как-то вырастают. Знаешь, как картонные поднимаются, так за ниточки кто-то потянул. О, 9 километров до границы. Все, мы почти доехали. Остальная часть это пешая прогулка, походу, будет. Ясно. Но видишь, оказывается, что есть и такие попутчики, несюжетные люди, с которыми можно тоже поболтать. Где это ты меня высадил? Она высадила меня, по-моему, у другой части горы. Да, с другой стороны горы. Я здесь еще не был. Дорога 96. А вот этот водопадик я помню. Подожди, и мне в комментариях писали, что где-то здесь можно поспать. Где-то картонки тут валялись. В пещеру можно войти. Во! Это я рисовал. Написать баллончиком. Восстаньте, голосуйте. Верьте только в себя. Давай восстаньте, нарисуем.
О, вот это я понимаю. А картонка, она где-то наверху, по-моему. Можно тут пробежаться. Ладно, вернулся сюда, к моему граффити. Сейчас еще тут все поищем в пещерке. По-моему, кроме пещеры здесь ходить-то некуда. Добавить камень, разрушить пирамиду. Давай добавим лучше. О, энергия добавилась или что? Я не заметил. В прошлый раз, когда я разрушил пирамидку, мне это аукнулось прям очень хорошо. А, вот где поспать можно. Вон оно что. Это круто. Это круто. $260, ты прикинь, у меня в кармане. Давай отдохнем. То есть я без проблем вообще сейчас переберусь через границу. Ой. Наберемся сил. Одна ячейка. Очень хорошо. Моя цель — это перевести как можно больше детей через границу. Да так, чтобы это было безопасно. Но учитывая, что у меня куча бабла, я сделаю это очень-очень-очень просто. В этот раз я думаю, что мы... Так, нам сюда. Переберемся через границу при помощи дальнобойщиков. Залезем кому-нибудь в кузов, заплатим и проедем. Так намного безопаснее и проще. Надеюсь, что копы меня не найдут. Дальнобойщики знают, что делают. Все, выйти. Выйти к границе и сбежать. 0 километров до границы. Ну что, двоих я потерял, двоих я перевел. Почти. Сейчас будет. Сейчас узнаем, удастся нам это или нет. Бегом из песни. Я, кстати, еще хочу в пограничники записаться как-то. Но это, видимо, надо с полицейской той хорошие отношения завести. И тогда, возможно, она даст бланк нам или еще что. Не знаю, я не уверен. Так, я хотел кое-где оставить деньги. Закуски и напитки. Я могу чем-нибудь помочь? Где-то здесь был камень. Я помню в прошлый раз. Во! Спрятать деньги. Я хочу здесь положить. Спрятать деньги, но не все, а, ну, скажем, $80. Давайте спрячем. Вернуться. Да может быть побольше? Хотя нет, вот $180 нам вполне хватит. Все, выход. Для других беглецов припасем. Просто не факт, что в следующий раз я смогу такой же бюджет сколотить. А, не в курсе, как мне перейти границу. Это ваш ларек. Можно взять, выпить что-нибудь. Давай, выпьем. Чтобы полное количество энергии у меня было. Ну и пойдем искать ближайшие силы влезть в грузовик. Нет, надо договориться именно с водилой. Если я влезу в грузовик, он откроет его на границе, а там я сижу. А водила даже не в курсе. Так, это ваш грузовик? Ага, а что? Поможете через границу перебраться? А, слишком рискованно. Я заплачу $50. Я себе обещал больше так не делать. Дуй назад и сиди тихо. Мы сели в тачку, прикинь. 30 июня 96 года. Ну чё, мы сбежали или нет? Так, мы едем. Черт. Спрятаться за ящиком. Мне нужно место найти где-то или что? Давай спрячемся. Спрятаться за ящиком. Так вот. Опа, остановка. Может быть, надо было другое место найти получше, чем за этим ящиком? КПП. Чуть дальше проедь. Стоп. Что у вас там? Датчик движения. О, это лишнее. Я никого не прячу. Значит, и волноваться не о чем. Так, мы не двигаемся. Просто сидим и все. Надеюсь, нас не запалят. Все в порядке. Двигайтесь к следующему КПП. Ага. И вам хорошего дня. Ништяк. Мы проехали. Что за тревога? Чем мы встали? Собака-то зачем? Да курс дрессировки вот открыть решили. Сам-то как думаешь, зачем? Давай, малыш, залазь. Бросить собаке вкусняшку? У меня нету ни хрена. Блин. Черт, вот этот попадос меня сейчас повяжут. Что такое, зайка? Давай, давай через люк, давай.
Давай через люк, вали. Фух, я под низом где-то. Все чисто, одни коробки. Может, собака коробок испугалась? А, может быть. Двигайтесь к следующему КПП. Ладно. Ой-ой-ой, опасно очень. Очень опасно. Двигаться я здесь тоже не могу. Стоп! А дальше-то что? Сканер дыхания. Его не обманешь. А не слишком ли? Система трех проверок. Новый регламент от большой шишки. Запускаю сканирование. Зажмите для задержания дыхания. Ну давай. Я задержал. Так, энергия кончается, смотри как. А мне надо еще 11 секунд. Если бы у меня было мало энергии, я бы не выдержал. Блин, вот это испытание. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Все в порядке, там никого. Фух, можете проезжать, но сразу после доставки назад, ясно? Назад в нашу теплую гостеприимную страну? Дурак я буду, если не вернусь. Ну, ништяк. Все, поехали. Свобода. Нет ничего важнее. Но многие в Петре ее пока не обрели. 71 день спустя. День выборов. Ну, Соню мы видим, она вещает. Все равно погромы какие-то, там все горит, много протестующих. Некоторые путешествия только начались. Ну, слава богу, еще одного я провел через границу. Ух, я прям чувствую облегчение. Но нас ждут еще следующие эпизоды. Вот смотри, сколько мы с тобой прошли. Приличный путь сделали 1 июня 96 года, а нам еще до 9 сентября с тобой пидолить и пидолить. Но это будет уже в следующем эпизоде, и нас там ждут другие приключения. Невероятные и, может быть, сногсшибательные. И чтобы их увидеть, ты должен поставить лайк под этим видео и подписаться, чтобы не пропустить следующие серии. А на этом все, пока. Увидимся в следующем ролике.